Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы будем играть в симулятор шизофрении, и его мне посоветовал Петя. Петя, спасибо тебе за такой совет, и правда, игра сумасшедшая вообще. И если вы слишком впечатлительны, то, пожалуйста, уйдите с этого ролика, не надо, не изучайте его, он очень жестокий. Так, и так, нам нужно свое имя тут вбить, но давайте попробуем, да, давайте попробуем. Ну-ка. Вот, вот так пускай будет, отлично. Так, значит, что у нас здесь есть вообще? Это что-то типа файтинга, только немного не файтинг. Мы с вами берем различные детали, соединяем их вместе и потом нажимаем кнопку fight. Вот, как в Mortal Kombat. Fight! И все, и начинается сражение, побеждает самое шизофреническое существо, которое мы с вами можем создать. Ну, собственно, тут и написано Edit your hamster in the shop. Дальше второй пункт, это Accept your challenger. То есть мы сначала создаем с вами существо, а потом мы начинаем челлендж. То есть вот сюда вот нажимаем. Так, ну давайте пойдем в шоп. И тут у нас какое-то совершенно непонятное существо, от которого хочется блевануть. Так, так, а это пальцы, да? Значит, давайте пробуем ему в уши. Можно как-то ему в уши вот так вот, вот сделать? Вот так вот, давайте, пускай у нас будет в ушах у него, вот, вот, вот такой вот у нас покемон получится, и он пойдет сражаться. Тест. Вот, слушайте, идеальная машина для уничтожения просто. Супер, супер, так мы... В общем, случайно нажал я кнопку Escape, вот, и игрушка совершенно внезапно закрылась. Ну так вот, я говорю про то, что мы сделали с вами идеальное существо, и давайте попробуем его на деле, собственно говоря. Оу, воу, 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 там колеса, колеса, у бабушки колеса там, которые могут нас раздробить просто. Так, аккуратно, аккуратно. Но, как я понял, мы никак помочь не можем, да, нашим созданиям? У них файтинг идет самый натуральный. Осторожно, осторожно. Ой-ой-ой, у нас ру... Ой, все отвалилось, все нахер отвалилось просто-напросто. Так. Нет, ну бабка какая-то получилась мощная, у нее колесики есть. И она мне, честно говоря, напоминает кое-что не совсем приличное. Да, похоже именно так. И мы проиграли. И мы проиграли, поэтому нужно наше создание делать каким-то совсем безбашенным. То есть давайте ему засунем вот эти руки в ноздри. Вот так, пускай будут нет, даже не ноздри, пускай это будут его усы. Вот такие вот жестокие усы, в общем, пускай. Да, пожалуй, именно усы. Вот, все, отлично. Прям, слушайте, какой-то получился какой-то бородач. Ну, усач, усач точнее, да. Ну, не знаю, не знаю, что получится. Давайте рискнем, рискнем. Файт, так. Но пока что бабка у нас однозначно лидирует, у нее слишком длинные руки. И нам однозначно нужен апгрейд, потому как ситуация не в нашу пользу далеко. Уйо! Опять рука улетела, да что ж за нахер? Ну, окей, ладно. Слушай, я не понимаю, как мне эту бабку запиндорить-то надо вообще? Так, а если вот так вот сделать? Ну-ка. Вообще одной руки. Одной руки немножко не достала, вот так. Вот тут. Вот. Попробуем вот так вот сделать. Вот, вот неплохо она взлетает, эта тварь у нас получается. И нам нужно бабку уничтожить. Хотя бы одну из рук у нее оторвать. Но мы попадаем опять же под колеса, что совсем мне не нравится. Ух ты, ни хрена себе критику нанесли. Полоски хп, если что, снизу находится. То есть справа под бабкой и слева под нами. Отлично, мы победили. Yes! Yes, просто шикарно. Так... Мы получили новые предметы, то есть руки бабушкина. Так, можно вот так поставить одну. Причем как-то ее нужно вот так вот, в общем, сделать. Вот, супер. Супер. Такая вот дрянь вообще какая. Какая гадость. Какая гадость получилась просто. Сумасшедшая абсолютно. Ох, ох, так, это коляска с колесными уничтожителями и осьминогом, осьминожьими
щупальцами, торчащими из нее. При этом коляска у нас зубастая, и она жрет постоянно. Да, ужасно, ужасно. Так, мы ее перевернули, да? Что неплохо. И там, наверное, осьминог Пауль сидит. Это что такое там? Что вот это за хрень торчит просто справа от нас? Я немножко не понимаю. Наверное, какая-то жестокая дрянь просто. Но знаете, чем-то игра затягивает, не обращая внимания на ее безбашенность. Сумасшедшую вообще абсолютно. Что-то в ней есть. И мы почти ХП снесли у коляски. И у нас суш. А, это же ведь наши руки, они отвалились. Блин. Нет, я все-таки сконструировал немножко неправильную вещь, которую нужно по-хорошему модернизировать немножечко. Потому что на данный момент мы, конечно, лидируем, да? Мы лидируем. Но надолго ли? Надолго ли? Так. Вот, хорош. А, нет, не хорош, совсем не хорош. Нет, мы проиграли, скорее всего. Скорее всего, мы проиграли, потому что мы как-то ворочаемся там уже неестественно. Все, у нас даже одну руку левую, правую или какую вообще оторвало. Так, окей, значит, надо модернизировать. Нет, знаете, как мы сделаем? Мы с вами вот так вот сделаем. У нас будет жестокое оружие. Бабкины руки с пальцами, грязными ногтями. Вот, жестокая штука получилась, да? Фу, какая мерзость. Так, ну давайте попробуем. Надеюсь, на этот раз мы победим, причем не очень долго будем париться над этим. И главное, чтобы у нас ничего не отлетело. Потому что если отлетит, это все уже, можно сказать, это уже шаг в сторону относительный. И знаете, что больше всего радует? Что здесь ничего делать не надо. Что просто мы как бы выступаем в роли конструктора вот этого безумия. И далее мы только наблюдаем за тем, как наши существа... как бы это сказать? Уничтожают друг друга. Да, уничтожают друг друга именно так. И у нас отлетели две руки. Вообще неудачное сражение получилось. А если вот так вот поставить? Если вот так поставить. Вот так вот если поставить. Ну, неплохо, вполне подвижное существо получилось, там такое и нужно. Итак, главное, блин, коляску эту наконец-таки захерачить по полной программе. И пока что мы лидируем, но я думаю, это временно, потому что уже сколько раз мы пытались. Игрушка сложная достаточно, да. То есть не нужно про такой вариант забывать. Здесь с первого раза крайне проблематично выиграть, насколько я понял. Причем у нас противник жестокий, он со всех сторон кусается. И со всех сторон он колючий, поэтому надо быть предельно осторожным при его уничтожении. Опачки, так, у нас отлетели с вами грязные пальцы. Так что не самый лучший вариант, однако, не самый лучший вариант. И вот эти вот бабкины руки, они скорее мешают нам, чем помогают. Скорее мешают, потому что получается какая-то вообще гусеница. Что как бы не камильфо. И пока что индикаторы более-менее равные. Давайте мы не будем пока что жать бэк. Мы еще немножко проверим, что у нас будет дальше. Конечно, будет забавно, если мы выиграем в данном сражении. Это будет весело, весело, как минимум. Но вот наша каракатица, она как-то еще передвигается, и что-то получается у нее за счет этого. А коляска, она туда-сюда, но почти что на одном месте. Что как бы ей плюсов никаких не делает. Но при этом мы потихонечку ей наносим урон. Что как бы важно. И у нас есть шанс. Реальный шанс. Один удар. Один удар. Прошу тебя. Еще всего лишь один удар. Yes! Победили. Так, и мы получили колесики. Прекрасно. Значит, давайте мы следующим образом поступим. Так, вот значит, вот так вот мы сделаем какую-то жестокую вещь такую. Блин, я на самом деле, я конструктор. Вот кем мне надо было мне быть. О-о-о.
Вот, жестокая штука получилась такая вообще. Так, присобачиваем вот сюда, потом. Так, как-то вот так вот. Жестоко, да? Вот какая дрянь. Ну. Ух, нихера себе! Воу, 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 ты полегче, слышь, малой? Файт. Вот это жесть просто. Мы сейчас ее разнесем в щи. Ни хрена себе, как я поступил. Тут какая-то жестокая скотина против нас, конечно, выступает абсолютно. И мы уже почти развалились. Какой-то краб ненормальный. Но я думаю, мы его победим. Но это какая-то бабка жестокая. Вот, да. Скорее всего, именно так. Ну-ка, 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 ну-ка. Пожалуйста. Я даже не буду конструкцию менять, скорее всего, если мы победим. Я просто новое сражение нажму. Так, все, один удар. И будет виктория. Yes. Клешни получили, отлично. Но мы их не будем использовать. Оу! Какая дрянь. Ну тут мы либо победим, либо резко проиграем. Все. Другого варианта не дано. Победили, слушайте. Так. This it. You're the new hamster champ. Так, мы... Так, подождите, давайте мы... Клешни или какие-то ножки насекомого? Я не могу точно сказать вам, что это такое. Ну, окей, ладно. Мы пойдем еще один. Вот еще одно сражение. Офигенно. А, то есть, подождите. Мы все прошли, да, получается? Да, мы все прошли с вами. Так. Давайте мы вот так попробуем сделать. Я не знаю, что из этого получится. Ну, вдруг что-нибудь интересное. Игра, конечно, бредовая, просто до сумасшествия. Вот так вот лучше поставим. Вот, вот так. О, безумие, да, правда? И вот так. Вот это да, вот это крейзи. Крейзи полная. Воу, вот это мясорубка вообще просто. Да. Даже не попали ни разу, но попали так попали. Ну, все, получается, игру мы прошли. Что ж, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.